Больш за 700 асобаў затрыманыя ў Беларусі ад пачатку прэзідэнцкай кампаніі. 24 чалавекі прызнаныя палітычнымі зняволенымі. Аляксандр Лукашэнка праводзіць агітацыйную кампанію яшчэ да перыяду рэгістрацыі, хоць гэта забаронена законам. Кіраўнік краіны падарожнічае па рэгіёнах, робіць заявы агітацыйныя, выкарыстоўвае для гэтага самы шырокі спектр і ўсе магчымасці дзяржаўных СМІ. Пра ўсё гэта паведамляецца ў штотыднёвым маніторынгу праваабарончай арганізацыі «Вясна». Вітаю вас, гэта Белсад Зум, для вас працуе Ігар Кулей. У нашым сённяшнім выданні вы пабачыце. Чарговае звальненне з беларускага дзяржаўнага тэлебачання. Месца ёсць толькі для лаяльных уладзе. Холадна во дворце, коли дворец ледовый, пальцы синеют, губам примерзает слово, сроку конец, и за ним уже не виден новый, смертью Кощея в ларце, конец хреновый. Написал вершик на своем фейсбуку, стратил працу в Национальном мастацким музее. Скажите, пожалуйста, какое время, особенно советское и постсоветское, люди были нужны власти, которые уже было свое личное мнение? Лишить голосы на выборах дозволено только своим, навод за межой. Сітуацыя са звальненнямі супрацоўнікаў дзяржаўных тэлеканалаў сталася ўжо штодзённасцю і нікога не здзіўляе. А павінная, хаця б па двух прычынах. Па-першае, мы ўсе прызвычаіліся думаць, што там, на дзяржаўным тэлебачанні, працуюць людзі суцэльна згодныя з курсам дзеючай улады. Аказваецца, што гэта не так. І па-другое, таму што гэта ненармальна, калі чалавека выкідаюць з працы толькі за тое, што ў яго ёсць уласнае меркаванне і ён яго выказаў. Апошняя такая сітуацыя гэта прыклад са звальненнем вядучай Кацярыны Пытлівай з тэлеканалу БТ. Спадарня Кацярына з намі на сувязі. Спадарня Кацярына, добры дзень. Добры дзень. Вы ведалі, што да вас, да вось гэтай сітуацыі, калі вы выказаліся пра ў падтрымку крамы Сымбальбай і пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ўжо шэраг тэлевядоўцаў, вядомых таксама людзей у Беларусі, яны страцілі працу на тэлебачанні праз вось менавіта такія словы і сваё нейкае ўласнае меркаванне. Гэта і Артэмі Сахпаш, і Дмітрый Врангель, і Антон Мартыненка, і Дмітрый Кахно, і Меліціна Станюта таксама. Ось, вы ж ведалі, што так ўсё і для вас скончыцца. Чаму вы тады так рабілі? Потому что я не могла молчать, потому что в нашей стране происходит нарушение Конституции, ущемление прав журналистов, моих коллег, чья работа нелегка и очень важна, особенно в это сложное время, потому что задержание мирных граждан, потому что притеснение и свободы слова, и свободы собраний. Просто наступил момент, когда я поняла, что мое мнение, как мнение публичного человека, оно важнее, чем, увы, та работа, которую я делаю. Я понимала, что я ее, скорее всего, потеряю. Мне было грустно, мне было тяжело расставаться с командой, но мне не было тяжело принять решение опубликовать этот пост, потому что сейчас, как никогда, я поняла, мне важно было высказаться. Я уже бачу десятки комментариев под вашим выказыванием относно того, что, Олег, это все было и ранее, все это затримание, все это порушение права человека, все это в Беларуси отбывается с 96-го года. Да, так и есть. Я уже сталкивалась с этими комментариями. Скажу так, раньше не было соцсетей, поэтому свою поддержку я, как и многие граждане Беларуси, выказывала на митингах. Я ходила на митинги на протяжении очень многих лет, даже, наверное, десятилетий. Просто тогда не было соцсетей, и мне не нужно было там где-то в интервью. Ну, я считала важным находиться там, где в гуще событий, скажем так. И это несмотря на то, что на тот момент я тоже работала на государственном телевидении. Просто моя эфирная работа не была связана с политикой, и в эфире у меня не было возможности подискутировать на эту тему. А потом, когда появились соцсети, тогда я, конечно, сейчас, в тот самый острый момент, я поняла, что этого недостаточно, нужно еще и озвучивать то, что ты делаешь, и то, что ты думаешь. И другое одразу питание, когда вы ходили на митинги, когда вы подтримливали неким чином, ось,
адразу есть люди, якія скажуць: бачыце, якое у нас дэмакратычная дзяржава і дэмакратычнае тэлебачанне. Ось, калі ласка, спадарня Кацярына хадзіла шмат гадоў, і яе ніхто не звальняў. А зараз просто вось сітуацыя іншая. Потому что они не знали, я ни разу, к счастью, наверное, меня не задержали, и поэтому мое руководство не знало о том, что я где-то присутствовала. Опять же, соцсетей не было, меня никто нигде не фотографировал, и каким-то образом, ну, там, в какую-то хронику я не попала. Один раз я была уволена из одного проекта за то, что я симпатизирую оппозиции, когда пошли слухи о том, что я поддерживаю. Да, это было, но это не было тогда... публично, скажем так, это в кулуарах происходило. А где это было? Это было на неким, на, так само на БТ? На одном из государственных каналов. Ну, учитывая, что эта история не публичная, наверное, сейчас, и это было давно, нет смысла озвучивать, какой это был канал. Не БТ. Глядзіце, вось так само, як дзіўна выглядае ситуация. Шмат кого з публичных особов, з державных телеканалов звольняють, яны заходять, але нема ніякой хвалі подтримання колегу. Такое відчування, что вы все працавали у неким вакууме, у вас нема ніякого коллективу, альбо вы были просто ідейно чужими элементами на гэтых телеканалах, и все остатние як бы трымаются разом, а вас просто як, не ведаю, чорную овечку выкинули с команды. Чому нема вот некой солидарности, хвали солидарности ваших коллегов? Все ж таки вы шмат годов працавали з ими. Она невероятная, эта волна солидарности. Просто людям, наверное, со стороны это не видно. И на самом деле, когда зашла речь о том, что меня снимают с эфиров, вся моя команда, в которой я работала, проект «День в большом городе», очень меня поддерживала, все очень переживали и до последнего надеялись, что все-таки меня не будут снимать далее с эфиров. И, как я писала в своей публикации, многие надеялись на то, что в новом сезоне мне все-таки разрешат работать, и потому что окончательное решение не было принято. Но меня очень поддержал коллектив, и на самом деле я даже была в чем-то удивлена. Если говорить о моих коллегах, других телеведущих, это тоже невероятная поддержка. Ну, просто она, опять же, и публичная, можно многие комментарии под их публикациями прочитать. Сейчас уже даже идет речь не только о солидарности, но и о консолидации, потому что поступила такая идея от одного из наших телевизионных продюсеров создать некое свое медиа вместе со всеми уволенными ведущими. Это наверняка будет очень интересный проект, даже уже есть название. Так что ну, мы объединяемся, все друг друга очень поддерживают, и я подчеркну, что поддерживают друг друга не только уволенные, но и те, кто остался. И мне очень много пришло слов поддержки, а те, кто остался работать, и они, правда, спасибо им за это. Ну, принамсі, тепер ведаем больше про то, что отбывается внутри коллектива, не выглядая это так, что вас выкидают, и никто за вас нават не выказывается, не подтримливая. Видите, вот после всех этих подеев, после этой хвали звольнения незгодных с политикой уладов, адусюль, я не только про телебашення кажу, я думаю, вы приклады ведаете, и из інших працев так само людей звольняют. Складывается уражение, что белорусские улады делят белорусов на как бы своих и чужих, причем у чужих право значно менее, чем у своих, потому что для своих застаются все привилегии, и они отримливают все, а вот чужим закон, причем часами такие довольно спрешный закон. У вас такого уражения нема? Есть, но я бы дополнила, они и своих делят на своих с меньшим количеством прав и своих с большим количеством прав. Вот я это давно замечала, и я с вами в этом абсолютно согласна. Увы, так и есть, и мне кажется, этот раскол сейчас для всех очевиден, и с этим нужно что-то делать. Спадарня Кацярына, дзякую вялікі за гэтую размову, а таксама зычу вам поспеху ў вось гэтым новым праекце. Я думаю, што калі штосьці публічна будзе абвешчана, мы яшчэ сустрэнемся і будзем пра гэта размаўляць. Добрага вам дня. Добрага дня. І каб далёка не хадзіць, наступны прыклад. Гэтым разам ужо не дзяржаўнае тэлебачанне, а дзяржаўны нацыянальны мастацкі музей. Супрацоўнік гэтай установы, магчыма, адзін з самых яскравых беларускіх экскурсаводаў, чалавек творчы, таленавіты і з добрым пачуццём гумару,
написал и разместил на своей сторонце у Фейсбуку верш. Верш про Александра. Прозвища нема, але вы сами догадаетесь, про кого мова. Да, Александр, имя у вас что надо. Значит, защитник себя и своего стада. Руководитель и будущий житель ада. Источник мемов, апологет парадов. Вам непонятна причина нашего гнева. Всюду враги вам чудятся справа, слева. Хочется быть македонским. Выходит рева, а по плодам, как водится, судят древо. Вот только частка этого вершу. Полный текст вы можете найти у социальных сетках Белсата, у Тымлику и у Телеграме, Фейсбуку, те ВКонтакте. Автор этих радков был супрацовник Национального мастацкого музея Микита Монич. Чому были? Потому что после того, как он опубликовал этот верш у себя у Фейсбуку, его выкликало керавництво, и справа была поставлена ясно, что верш треба прибрать. Але Микита Монич вырашил, что лепш звольниться, чем цензуровать уластную творчесть. Вот так и скончилась справа. Конфликт имелся быть непубличным, и Микита Монич не хотел про его расповедать, але так сталось, что третья особа про его написала, и это сталося вядома и у СМИ. Тому далей уже нема чего справу хавати, и Микита Монич готовы прокомментовать свое звольнение. Господар Микита, добрый день. Добрый день. Вот хочу вас запытаться. Проглядел вашу сторонку в Фейсбуку, прогортал сегодня ранее, и побачил, что вы довольно политично активный человек. У вас на аватарце там и сардушка в подтримку Виктора Бабарыки, и у вас так само есть перепосты относно забракованных подписов. То бок, все ж таки политикой цікавитесь и активно, можно так сказать, у громадском житті удельничаете. Ці у вас ранее были некие проблемы с этим на вашей праце? Былой. Да не, мне подается не, потому что, по-перше, все ж таки градус активности у громадства и политической активности зараз узвышается, и он натурально узвышается, ну, во всех, и у меня так само. По-другое, все ж таки поза межами политической кампании звычайно толерантность до системы державной, административной этой, до политических выказываний во всяляким разе у галине культуры, во всяляким разе у национальным мастацким, мне подавалось значительно больше низкой, и тому складано зразуметь, где граница, где мяжа, и она больше связана со сменами во мне, чем в системе. Ну, а лишь так склалось. Я так разумею, что межа, наоборот, вы имели на увазе больше высокая, что дозволяется больше, чем у инших, может, местах. Хоча я плохо сформулявал, дозволяется больше, чем у инших местах. Я все ж таки не в академии керования при президенте працую, так, и навод не на телебачане. Первое, до людей культуры, ну, за все, ну, что с ними зробишь, ну, рассадник же. Первый вариант. Другий вариант, что зворотно подчас выборчей кампании мяжа опустилась, бо до этого больше такая острая реакция есть, и зараз система занимается тем, как выжить. И тому реагуя как организм на какую-то там хворобу, якую лечить хворобой. И с третьего боку, особисто моя реакция. У меня не было николи столько политичных постов, кольки это вот зараз, бо не было столько нагодов, каб их писать. Але вы написали верш «Зворот до Александра», не будем казать, якого, потому что неведомо, там не кажется, про якого Александра в этом верше ведется оговорка. Вы же разумели, что гэты верш побачыць, что гэты пост побачыць, и что может быть реакция. Все ж таки вы, ну, пробачите за такое слово, не першая ахвяра вось гэтых выборов, якая стратила працу, и вы могли побачыць, что до вас уже был ланцужок людей, яких звольняли, ці з якими там расставались на працах за того, что яны неким чином выказывались. Ну, по-перше, была надея, что все ж таки я не перейду эту мяжу, и мне подавалось, что гэты вершик, ён не ображливый, ён не,
не заклікае нікаго, ну, толькі Александра заклікае. Ну, гэта як дыялог, ведаеце. Пры гэтым я ж упэўнены, што другі бок не пабачыць яго. Гэта зварот у нікуды, у прастору. Ну, так, фармальна, з пункту гледжання з места. Але я не паэт непрафесійны, і я не пішу вершы заўсёды. Яны лезуць, ну, гэта быў першы за больш, чым за год нават, і гэтак далей. І калі яно лезе, ты яго не можаш стрымаць. І вось ён сфармуляваўся, ён напісаўся, ён, на мой погляд, для мяне вельмі добры верш. Мне падаецца, я ніколі не пісаў нічога лепей у вершаваным сэнсе. Ён не вельмі якасны, але проста астатнія яшчэ горш. І калі ты яго зрабіў, табе хочацца, ну, як... Гэта ж як дзіцёнак, гэта як тое, што ты зрабіў. Я чалавек творчай прафесіі, як гэта называецца. Вось я, ведаеце, мем ёсць, дзе маленечка такі маляваная нырачка прыносіць каменчык і кажа: «Я здзеляль». Ну, вось гэта тое ж самае. Я прынёс і паказаў там, дзе магу, на сваёй асабістай старонцы ў Фейсбуку. Ну і ўсё. Але вы ўсё ж такі не адказалі, ці вы разумелі, што будуць наступствы гэта раз. Тут яшчэ дадам адзін пэўны момант. Ўсё ж такі вы займаецеся вельмі важнай, цікавай і патрэбнай справай. І вы разумелі, што вы можаце страціць магчымасць займацца гэтай справай? І ці сапраўды для вас вось гэты момант палітычны, так, выказацца, ён быў раўназначны таму, што вы робіце і што зрабілі справай свайго жыцця? Так, маеце рацыю. Я хутчэй за ўсё разумеў, што ў мяне могуць быць праблемы. І я разумеў, што існуе пэўная верагоднасць, што, ну, мне прыйдзецца зволіцца з музея. Але, па-першае, ўсё мяняецца. Мы ўвогуле зараз тут глядзім на канфлікт 20-га стагоддзя з 21-м, і 21-е раней ці пазней наступіць, ну, мабыць, трэба пачакаць і пажадана, каб паменш. Па-другое, я ж ўсё роўна магу рабіць тое, што я раблю. Ну, я чытаю лекцыі, зараз нават праз Zoom. І гэта магу ускладніць вельмі маё знаёмства аўдыторыі маёй з музеем. Але фармат можна знайсці, ці можна дамовіцца. Ну, гэта не вельмі рацыянальны быў крок, вельмі аптымістычны быў крок. Ну, што добра адлюстроўвае мяне як асобу. Не вельмі рацыянальны і вельмі аптымістычны. Вось, так і жывем. Спадар Мікіта, думаю, на гэтай аптымістычнай ноце мы і скончым. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Усяго вам добрага. Дзякую вам. Назіраць за ўсімі гэтымі палітычнымі звальненнямі мне асабіста вельмі сумна. Таму я папрасіў прайсціся сваіх калегаў па менскіх вуліцах і запытацца жыхароў сталіцы, што яны думаюць на гэтую тэму, ці ў беларусаў ўжо канчаткова адабралі права мець сваё меркаванне. Скажыце, пожалуйста, какое время, особенно советское и постсоветское, людзі былі нужны власти, которые было сваё личное мнение. Их никогда, всегда их унижали, притесняли. А ты физически уничтожали. Конечно, есть какая-то неприкосновенность у людей, кто работает в таких сферах, как культура, медиа. Я думаю, что они поэтому открылись и не боятся. А так, я думаю, обычно люди боятся еще что-то сказать. И не считаю это чем-то сверхъестественным в нашем государстве. Увольнение за то, что он работу свою не выполняет там, или нарушает трудовую дисциплину, тогда, конечно. А увольнение, я думаю, свобода слова, она должна быть свободой слова в любой стране и в любой период страны. Есть образный приказ не говорить на такие темы. Там, тот, кто ослушался, пожалуйста, ты не получил каких-либо плюшек, зарплаты, хорошего места. Вот и все. Поэтому те, кто идут против, те уходят с системы. То есть те, кто остаются, они принимают правила и играют по этим правилам. Не готовы еще, так сказать, к принятию таких самостоятельных мыслей людей. В Немеччине отбылась нетиповая ситуация. Ну, як нетиповая, па мерках беларускай выбарчай сістэмы.
У выборчыя камісіі патрапілі незалежныя, абсалютна ініцыятыўныя грамадзяне. Яны сабралі подпісы, здалі іх, за іх прагаласавалі і выбралі ў склад гэтых выбарчых камісіяў. Вось яна, магчымасць уласнымі рукамі незалежна падлічыць пры амбасадах і консульствах, колькі ж галасоў аддадуць беларусы Нямеччыны за таго ці іншага кандыдата. Але не тут-то было. Сістэма вельмі хутка выправіла сваю памылку. На сувязі з намі Евгенія Леонова, беларуска, жыхарка Берліну і, уласна, дзяўчына, якая магла патрапіць у такую выбарчую камісію. Евгенія, добрый дзень. Добрый дзень. Вы спрабавалі патрапіць... Як я разумею, у выбарчую камісію на участку ў Нямеччыне, ў Берліне, дзе вы жывеце, і гэта не атрымалася. Распавядзіце, калі ласка, як гэта ўсё праходзіла. Это не совсем так, это получилось, да, я пыталась туда попасть, и меня туда взяли, в эту комиссию. Я собирала подписи от избирателей, чтобы меня выдвинули в комиссию, отнесла свое заявление в консульство, у меня его взяли. Через три дня после, или четыре дня после получения заявления мне позвонили, поздравили, сказали, что я вошла в комиссию, пригласили на первое заседание комиссии, куда я тоже сходила, познакомиться с остальными членами комиссии, там обсудить какие-то первые организационные вопросы. После этого заседания, наверное, может, через неделю мне прислали план работы на выборы, собственно, уже... Просили, согласна ли я с ним, устраивает ли он меня. Я ответила, что да, все окей. Но буквально на прошлой неделе в пятницу мне позвонили и сказали, что, к сожалению, из комиссии я выбываю. И назвали некую причину? Да, назвали. Ну, как бы причину... Я хотела, естественно, узнать причину. Мне сказали, что из МИДа пришла нота в посольство с требованием обеспечить выборы в связи с сложной эпидемиологической ситуацией в Германии. И решением посла было сократить комиссию до 6 человек. Изначально нас было 8, то есть я и еще один член комиссии из нее выбыли. Это так само был таки просто жыхар Берлина, как и вы, и это некий, не ведаю, кто это был? Нет, насколько я знаю, в комиссии житель Берлина, который самостоятельно проявил инициативу и туда попал, был только один, это была я, остальные были работники посольства. Поэтому это все, остальные это супрацовники дипломатической миссии? Да, да. Ясно. То есть сейчас комиссия состоит исключительно из них. Ці ваш выпадак адзінкавы, ці ёсць нейкія прыклады ў Нямеччыне, калі адбывалася тое ж самае з вось такімі незалежнымі чальцамі камісію? К сожалению, мой случай не единственны. У нас в Германии также есть избирательный участок в Мюнхене, и туда таких вот людей, которые проявили инициативу и подались в комиссию, было больше, чем в Берлине, и взяли двоих человек. Насколько я знаю, Мюнхенская комиссия состояла из 5 человек, 3 работника посольства и 2 вот этих вот самовыдвиженцев, так сказать. Но, к сожалению, в тот же день, что и мне, им позвонили и сообщили такую же новость, как и мне, что обоих человек, которые сами по своей инициативе подались в комиссию, которую взяли, их исключают. То есть в Мюнхене в комиссии остается только 3 человека, работники посольства. А як же вось гэтае рашэнне амбасады раскараціць камісіі да 6 чалавек з-за эпідэміялагічнай цяжкай сітуацыі? Тут скарацілі з 5 да 3. Это тайна останется для меня покрытым раком. Я не могу ответить на этот вопрос. Для меня это абсолютно нелогично, но... Ну, вось мне здаецца, что... И мне здаецца, что причина крыецца у нечым большым, чым просто эпідэміялагічная сітуацыя, калі двайныя, падвойныя стандарты прымяняюцца да 2, па сутнасці, аднолькавых сітуацый. Скажыце, ці вы збіраецеся нешта рабіць з гэтым далей, ці можа абскарджваць, ці удзельнічаць ўжо ў гэтых камісіях у якасці назіральніка? Я думала об этом, но, к сожалению, я физически не могу обжаловать это решение, потому что я нахожусь сейчас не в Германии, у меня нет возможности как бы подать все эти официальные бумаги, потому что сделать это нужно в 3-дневный срок после получения решения. Но я буду стараться собрать подписи и стать наблюдателем на выборах.
я в любом случае хочу поучаствовать, не только придя и проголосовав, но и все-таки как-то наблюдая хотя бы процесс. Так что да, я буду пытаться. Апошнее пытание, оно, может, крыху манипулятивное, але это ваше особистое меркование, тому вы маете право отказать на его. Ти у вас нема уражания, что вас все ж таки вытискают из этих комиссий, потому что вы ненадейные люди и можете полечить не голосы не так, как хотелось? Ну, скажем так, я думаю, для меня, как и для любого нормального человека, странно, что людей, которых исключили из комиссии, даже если взять во внимание причину сложной эпидемиологической ситуации, что трех человек, которые исключили из комиссии, эти три человека были те, кто проявил инициативу, собрал подписи, и просто вот обычные жители там Берлина, Мюнхена решили поучаствовать в процессе. Да, для меня это странно, потому что я не думаю, что это была случайность, поэтому... Складывается такое впечатление, что кто-то все-таки хотел, чтобы мы не принимали непосредственного участия в подсчете голосов. Но кто и что, и как, я думаю, каждый решит для себя. Евгения, дякую великие за эту размову, за комментарии. Спадзяюся, что вы еще будете назирать за этими выборами, и мы почуем от вас некие высновы относно процессу. Доброго вам дня. После двух разгромных сюжетов на ОНТ про Белгазпромбанк и про Виктора Бабарыку, до разгрому экс-банкира долучилась и Белтелерадиокомпания. На БТ вышел новиновый сюжет, где рассказывалось, вы не поверите, что Белгазпромбанк выдавал кредиты под проценты, а так само хотел отобрать маемость у тех, кто не различивался по этих кредитах, а маемость была закладенная под этот кредит. Поглядевши на все это, мой знакомый белорусский бизнесмен сказал, что хиба возьми свою кредитную домову с самым народным Беларусьбанком, пойдет туда и на прикладе этого БТ-шного сюжета потлумачит им всем, чему они так само жулики и что их усих треба пересажать. Проценты по кредитах однольковые и так само есть закладенная маемость. Было бы это все вельми смешно, коли бы мы это читали в газетах про некую далекую африканскую краину, але это все отбывается в Беларуси. Это был Белсад Зум, для вас працавал Игорь Кулей. Зачу вам доброго вечера, бережите себе и своих близких, и оставайтесь с Белсадом.